Тяжелая, долгая алматинская зима умерла, пришла весна, ну и, конечно же, самое главное, что сегодня мы чествуем наших первых певцов, которые показали славу нашего университета, которые получили европейский диплом. И эти герои все у нас здесь. У них о них будет потом разговор. А мне позвольте вначале поблагодарить Татьяну Ивановну за ее огромный, бесценный вклад в развитие нашего университета. Потому что все это казалось фантастикой. 2 года тому назад, чтобы наши студенты поехали в Европу, получили там достойное европейское образование, это было фантастикой. И вот мы первые среди российских университетов. Добились, и от имени всех нас вам огромное человеческое спасибо. Вот это да. Ну, такие большие традиции обряды нашего народа и вид искусства казах. Ну, так маленький традиции. Да, большое спасибо за приглашение. Я когда узнала, что вот будет такое событие, оставила все дела, приехала, чтобы еще раз встретиться с моими замечательными студентами, еще раз встретиться с коллективом. Да, они сегодня будут плакать. С вами попрощались. Ну, она уже готовится опять в Барселону, у нас столько планов. Будущее, да, вот, поэтому хотела сказать, что это мы все приложили большие очень усилия. Наши студенты приложили большие усилия. Я помню, когда мы выпускали самую первую группу, это были студенты из Украины и России. А тогда было тяжелое время после перестроечной, страны там нуждались. Приехали дети, братья, думали родители. Когда они приехали на graduation, мальчик выступил от имени студентов и сказал, ну наконец-то наши мучения закончились, и мы получаем диплом. Поэтому нам, конечно, всем кажется, что это рай, но студентам ностальгия, перемены, климата, нагрузка большая. Они приложили тоже огромные усилия. Хочу сказать, что это не конец, а только начало. И все мы, преподаватели этого университета, и мы, Graduate School of Management, мы все верим в вас, что это, так сказать, вы первые ласточки, и на вас большая ответственность. Поэтому все, что вы там получили, пожалуйста, не только не забывайте. Вы должны помогать развивать проекты и направления, которые вы там как бы получили за дело. Поэтому PhD, доктора, очень много направлений, в которых мы с Аканакановичем и с Мирозбайной, и с преподавателями здесь разрабатываем. Мы ждем вас обратно, и теперь ваша жизнь будет так же, как у меня, не в одной стране, не в двух, а во многих странах. Напоминаю, что наша ассоциация 82 университета в 33 странах. У нас много проектов совместных, многосторонних, межконтинентальных. Мы приглашаем, и мы думаем, что с этого года начнем наши африканские приключения. А потом уже перейдем еще, ну, начнем, с чего-то надо начинать. Я очень благодарна то, что доверие оказанное в Graduate School of Management. Благодарна также студентам и преподавателям за поддержку студентов и нас в течение всего этого времени. Я думаю, что результаты сказали сами за себя, они были очень хорошие студенты. Некоторые студенты просто были лучшие у нас тоже свои рейтинги есть. Для наших гостей я позволю тебе сказать, что она ректор высшей школы менеджмента города Барселона, Прагрессского менеджмента Барселона. И у нас связи такие нам очень хорошие человеческие. Но у нас не только Татьяна Ивановна здесь, у нас и профессор Филиппа, он тоже есть профессор этой школы. Он их тоже преподавал.
Тоже он и там, и здесь успевает. Да, у нас тогда и все наши здесь. Как-то атмосфера какая-то стала домашняя. Я хотела еще сказать, прежде чем искусство каталось, что наши студенты получили не один, а три диплома. Первый диплом мы вручили, у нас они поступили на общеспециальную программу, это дизайн программы был сделан, и он в сотрудничестве трех университетов, нашего университета, государственного университета ЮАИБ, университета автономного де Барселона и университета Салесиан. Наш диплом мы вручили уже, это Global Internship, диплом ЭУША. Я привезла и диплом университета автономного де Барселона, мы обычно ждем около года, потому что его лично подписывает король Испании Хуан Карлос I. Поэтому все Ну, они, наверное, должны быть самого короля должны получать, да? Я просто передаю вам. Я, к сожалению, не могу остаться на церемонию graduation, вручения дипломов, но я мы все будем с вами. Дело в том, что аким нашего города, он является почетным профессором нашего университета. Он хотел быть здесь и хотел сам получить диплом вам. Поэтому мы соберем огромный хурал, да, в нашем прекрасном театре. И в любом случае, Аким, даже если у Акима времени не будет, в любом случае, мы постараемся это сделать все университетским таким торжественным позволительным событием. Да? Я понимаю, ей не терпится получить, посмотреть. Ну, подождите. Спасибо. Ну вот, я привезла... работа художника и мастеров художественных изделий на тему Гауди, архитектора Барселоны. И мы выбрали специально такие предметы, которые вот как бы вы смогли поставить на рабочий стол и помнить о том, что мы все вас ждем в Барселоне в июне в обязательном порядке. Все делегации, все профессора и весь студенческий состав университета Арсидиаго мы примем в Барселоне. Огромное спасибо Акада Канвичу. Символ дракона. Дракон — это вообще специальный символ для каталонцев. Это символ силы и мудрости. Поэтому вот вам... Спасибо. Кто не знает Гауди, тот вообще, так сказать, не человек, да? Это знаменитый, конечно же, человек. Спасибо. Хотела сказать еще, что следующий, как бы, тоже... Гауди и тоже дракон. Называется Дом дракона. Это вот изображение Дома дракона или Каса Батло. Мы бы хотели очень подарить это Кадрико. Дом дракона. Это будет кабинет дракона. Ну и еще один у нас. Семью драконов. Дракон Бавара. Делятся на три категории. Одни — это генераторы денег, другие — это моторы, которые как бы строят локомотив, а остальные просто садятся в вагон и едут. У вас есть такой человек в университете, который в одном лице как бы все три ипостаси. У нас Мирай Байдена. Она сама построила локомотив, а потом ей сказали: ну вот ты завела паровоз, и сама прыгай, покажи, как туда запрыгнуть. Спасибо. Это дракон мужчина, а дракон женщина. А это дом и Понятно. Мы очень благодарны тоже. Мы все как бы оценили и знаем, сколько приложила заботы, труда декан Нина Николаевна. Я оценку даю вам, не лектору, а лично вам. Вам оценки. И, пожалуйста, вот. Еще у нас вот, мы хотели отметить, у нас каждый год все как бы студенты и профессора, все участвуют в специальном конкурсе, где наши студенты, как, кроме финальных своих проектов, теоретических и научных, они делают практический проект, они представляют какой-то проект, продукт или сервис для своей страны, учитывая достижения и продукты европейской
известного сообщества. И у нас есть как бы несколько победителей. Вот в этом году один из победителей, это был проект по как бы информационная программа или информационное обеспечение для образовательных и медицинских программ. Да, он назывался, как он назывался обычно проект? И победители Жансая Абирова и Наталья Левикина. Анна Селиковна. Здесь она есть? Нет, ты по болезни. Жуманова Майя Тищенникова. Привыкина Наталья Игоревна. Самоханова Динара Муратханович. Халитова Галина Абраимовна. Магистры второго курса медицинского по специальности общественного здравоохранения. Абирова Жансая Абировна. Багиреева Карина Мандельевна. Саландыкова Осипа Махатовна. Вот эти 8 человек, герои, как эти люди, которые действительно получили первый, второй, третий. Пожалуйста, кто-то хочет сейчас. Здравствуйте, педагоги. Сегодня для нас это необыкновенный день, так как мы являемся первопроходцами. Мы прорубили окно в Европу. Да, и для нас это честь, скорее, быть первыми. Мы магистранты крупнейшего образовательного центра в нашей стране. И мы с гордостью констатируем, что для нас это просто было, да, честью и удовлетворением где-то. Потенциал для нас, мы просто превзошли самих себя. И хотели бы просто показать некоторые фотографии сейчас. Это с нашей выпускной церемонии нам выдавали дипломы. И это все наши 8 магистрантов Graduate School of Management. Вот. Так что спасибо большое. И хотели бы, конечно, знак благодарности. Это небольшие сувениры. Татьяна Ивановна за это время. И Агана Каныч, это такое тоже счастье мужчины. Еще у нас учатся там 18 наших ребят. Вот, я думаю, что это не последний проект. Мы сегодня с Татьяной Ивановной очень много посидели, поговорили, решили, что мы еще можем вытянуть от них и что мы можем найти, скажем так. По сотрудничеству. Да, это сотрудничество. И поэтому, ребят, я вас очень поздравляю всех. Я вас очень люблю всех, я вами горжусь. И вами гордится вся наша страна. Ну, вообще, конечно же, Татьяна Ивановна, вы сделали очень много. И ребята действительно прорубили окно в Европу. Это два
года назад мы когда эту тему поднимали, то есть я говорил, казалось фантастикой, и когда мы вот этот проект запустили, я помню, как Нелли Николаевна каждый день по скайпу, во-первых, она сама съездила там, каждый день через скайп она буквально с каждым из них связывалась и знала, кто чем дышит, у кого какие проблемы, кто остался голодным, у кого там одежды не хватает, или, не знаю, там, у кого последний кусок хлеба остался и так далее. Если говорить по-серьезному, то, конечно же, мы очень волновались за это. А сейчас он 18 таких людей. Сейчас уже там поселок для нас второй город, родной город. Сейчас такие же проекты у нас будут по другим, конечно же, но первые опыты, первые наши друзья, они всегда останутся у самого сердца. Мы с Татьяной Ивановной разговаривали, очень много идей. Вот сейчас три человека визит из профессоров из нашего университета, они готовы пригласить в течение месяца, чтобы они там почувствовали вот эту атмосферу, когда дети там всех стран мира и так далее. И нам задали также тему, как можно организовать, участвовать в благотворительных акциях, которые помогут эта школа. Ну, предварительно вот такой разговор идет, я не знаю, это тоже кажется, для нас кажется фантастикой, но хотя, наверное, занимается этими вещами. Например, в Африке летом во время отпусков группа студентов с гуманитарной целью поехали в Африку, участие в каком-то проекте. Вот, и Татьяна Ивановна уже где-то даже страну выбрала, где-то на Кении, там эти футболисты, Это. И было бы здорово, конечно, если бы наши студенты начали чувствовать, вот, как в школе Татьяны Ивановны, чувство человека планеты, да? Чувство интернационализации. И было бы здорово. Потом мы тоже обсуждали вопросы, чтобы наши студенты где-то практику проходили в Индии. То есть, Татьяна Ивановна, у нас есть уже проект по Южной Индии, где нищета, где очень много болезней и так далее. Будущие наши врачи там побывали. Ребят, мы их действительно гордимся, и мы будем делать все возможное, чтобы они остались в университете. И хотите оставаться, тогда мы начнем на вас судебные дела заводить. Потому что мы на вас сделали ставку, мы вложили в вас очень большие деньги. Вот видите, как я начал угрожать, да? Очень много усилий, особенно Нелли Николаевны, которая там ничем не спала. Так что будете отрабатывать. А отрабатывать будете в университете. Сейчас будем думать в качестве преподавателей. PhD, а дальше в первую очередь пойдем таких ребят, как вам предлагать. Ну и, конечно же, нам нужно, я имею в виду моему поколению, успеть передать власти будущего руки молодым. И вот первая у нас уже серьезная группа, да, культурных людей. А по поводу вручения, еще раз, я сторонник того, чтобы весь университет вас видел. Проблема не в том, чтобы взять сейчас сдать, конечно, это будет приятно, но нам нужно, как вам будущий педагог, нам должно быть приятно, с воспитательной целью. Для всех остальных это должна быть очень хорошая школа. Они должны видеть, что это такая среальная вещь, вот они съездили, вот они получили дипломы. Я так могу. Знаете, вот тут вот это вот, чрезвычайно важно вот эту атмосферу создать. И еще раз говорю, обязательно организуем. Конечно, сейчас Аким просто два раза он сам сказал, что хочет приехать, научить вам дипломы, хочется, чтобы у вас остался память и вот такой момент. И Татьяну Ивановну тоже пригласили, предварительно Аким должен на ту неделю у нас быть. Он сам лично сказал, что после 26-го мы будем здесь. Ну, тут разные события, наклады идут, то у нас и тоже, наверное, я бы хотел, вот, что когда король будет получать эти деньги, вот, я бы тоже приехал, не дождался, приехал.
Ну, если серьезно, я думаю, с вами сделаю еще. Я всех вас поздравляю. Я хотела сказать, Жанна Ганновича, пользуясь случаем, конечно, тоже выразить свою благодарность. Это проект, который с вами разговаривали, это проект сотрудничества уже на уровне постдипломного образования. Это возможность сотрудничества в подготовке резидентуры, Роман Сергеевич. Такой проект есть, мы, наверное, в этом году с вами так работаем. Возможно, в этом направлении у нас, наверное, получится тоже очень большой проект хороший. Это одно. И второе, то, что мы общую медицину никак не могли втянуть вот, в такой проект. И вот, наконец-то, вроде бы, тоже мы решили, что на пятом курсе вводим большой модуль объемом 4 кредита «Больничный менеджмент». Это тоже даст возможность нашим ребятам из общей медицины выехать по такой же программе, посмотреть, как учатся в Европе, что значит настоящий больничный менеджмент в европейских странах. Вот это я пользуюсь случаем тем, что здесь другие наши магистранты сидят, и директоры департамента, декана. И хочу призвать, чтобы все активно участвовали в таких совместных проектах. Если есть идеи, также подавать. И здесь с данными работы сидит отдел международного сотрудничества. Вот через этот отдел, через учебные департаменты, через ДУМР. Давайте мы с вами будем продвигать всю эту идею, не оставлять. А от этого будет польза всем нам. Айкана, конечно, вам большое спасибо за поддержку. Именно когда мы какие-то идеи продвигаем, вы всегда поддерживаете. И вам за это большое спасибо. Это не надо, там очень поддерживаем. Ну, вы все счастливы. Я, как мама, очень, конечно, счастлива. Тут моя дочь. Поэтому я в войне, втройне очень благодарна всем. Филиппа, do you want to say some words to your students? Sure. Да? I have the chance to teach them, and I teach in Barcelona, and Kazakhstan. And I see that they are very, very motivated students, and they also, I also force them to not just listen, but to participate in the lesson, making some presentation. And they made a very good presentation. And I think that you have a very good resources. They have a very good English speaking. And I think that they can be very useful here, especially because now we are also running this project in the hospital management. And each one of them select a different subject on hospital management, so they can maybe try to implement the theory in practice, because we have a playground where they can play and see and put in practice what they learned. And I think that going abroad, it's a very important to open the minds, because you see different people, different way of thinking, and you get rich, even just staying there and absorbing from their different culture. And they have not only the chance to see Spain, but to get to know other countries. Italy. But also from the other students as well. And I think it's very, very important, this experience that they are doing in Barcelona. And I saw that they enjoyed, at least they look like they enjoyed it. And so I think if the hospital here want to accept it, I would be glad to work with all of them or who wants to participate in some practical project, because I think it's very useful for them what we said in words to put in practice. Can I ask you to invite some people from these students to your project? You can propose. I'm not the boss. You have to be the director. You have to talk with the management of the hospital. But I'm glad to accept any of the people who want to participate. Excuse me. You are more than a boss. Because you are a teacher. Well, I know, but I think that the hospital management should accept as well. Otherwise, I feel like there's something imposed. They have to talk and select if they are not like the project and what field they have to work with. And, but I think that they are very good chance and they are very, they can express their capacity and express their knowledge. For example, Karina, she is a economist. Karina, this will be very useful for you. Yes, I've been already talking to him about it. Yeah. As you know Filippo, then psychologist. We already been talking about this project lately. Psychologist.
psychologist. No, nevertheless, I'm a Frenchist, yes. We already talk about this project and I'm ready to work. Okay, no problems of health economy. Health psychology, it's very important issues for the creating a new model of hospital in this country. So I ask you if it's possible to be involved. Общественное здравоохранение, да, свой ответ общественное здравоохранение. Информация для вас уже 3 до 1, в конце года будет 6 приемов. Мы, Татьяна Ивановна, эти дни тесно работали, контактировали, обсудили в будущем нашем плане. Вот, планируем краткосрочные такие стажировки на 10 дней для ППС, потом, чтобы программу была шаг включили, мы сейчас обсуждаем на 3,5 месяца стажировку ППС и так далее, и так далее. Магистрантов тоже 15 магистрантов поймут, принять остальные наши ущерб, первых 30 магистрантов есть. Ну а также всех поздравить, значит, вас, всех наших администраций, Нелли Николаевну с получением, и совет же наших магистрантов, которые первые, с первым, вторым дипломом, который будет получать сертификаты все. Ну, у нас они дипломы получили в мае, в июне. В мае, да? Ну, спасибо вам еще огромное спасибо за то, что первым показали людям как пример. Кажется, я думаю, пойдет у нас с другими странами. Спасибо. Спасибо. Все, да? Еще раз огромное спасибо.